Я сплю, Зойка. Ты что, мне давно звонишь-то? Уже 40 минут. Я уже пол пачки сигарет скурил, блядь. У нас уже тут 300-е есть, ёбаный в рот. Обхуярили нас, блядь. Рядом с нами еще пацаны стояли. С Белогорска, со 165-й бригады. Осколками захуярило, блядь, третий раз, блядь. Заебись, у нас под танк легли, нахуй. В танк все попало. А пацанов там окопа ничего не было. Их там захуярило в руки, ноги, нахуй, кому в спину. А что, там прорыв был или что? Хаммерсы, блядь, ебучие. Они дальнобойные, и наш танк подбили тоже. Я пока не говорят, через медики к нам приехали, где что. Ну, я говорю, вон там 200 метров от нас стоят, говорю, блядь, артиллеристы. И еще наш им по радейке, наш комбат доложил, чтобы к ним тоже приехали за 4 километра. Так, а что, ваши вернулись уже? Не вернулись. Просто медики к нам приехали сюда, этих забирать, 300-х. И по радейке тут же доложили, что там танк подбили, тоже надо забирать, пока неизвестно, там в каком этот истребитель наш полетел, обратно не вернулся, походу его сбили нахуй. Вот эти до этого 2 прилета, блядь, прям, блядь, по наведению моего телефона были, блядь. Я ж тоже не могу здесь 40 минут стоять и ждать, пока мне по башке что-то прилетит. Либо мина, нахуй, блядь, либо, блядь, ракета, нахуй. Ну вот, точка У прямой наводкой, понтоном перевозили 12 машин, и прям в Урал попало, во второго лоба, короче. Всех нахуй раскидал этот ебучий Дон река, нахуй, блядь, Днепр, блядь, она вся трупами, нахуй, полная уже, блядь. Все мосты разъебали, Херсон, Хуесон, все разъебали, мы просто здесь полные жопы, только вон, блядь, паромами, нахуй, передвигаются пацаны, блядь, и пиздец.